В Гомелі пройшла перша зустріча прокурора в області Віктора Морозова з представниками суб'єктів господарення недержавної форми власності. Розмова йшла об реалізації декрета президента номер 7 об розвитті предпринимательства. Олег Сінцюров з подробязностями. Что такое сучасный бизнес? Зараз на Гомельщине зарегистрировано маль 38 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Только за первые полгода они унесли в бюджет маль 257 миллионов рублей. Это плюс 11% до летошнего показчика. Держава не просто затекавлена о развитии предпринимательства, а и робит реальные кроки в этом накерунку. У тымнику про изменение у законодавства за криминализацию экономической сферы. До речи, еще маль 2 года тому была предупреждена 7-м декретом. На практике это значит, что за целый шерох экономических злочинств теперь предупреждена административная, а не криминальная отказность. С 19 июля у нас послабления в законодательстве. Вступили в законную силу изменения в Уголовный кодекс, согласно которому предусмотрена декриминализация отдельных статей, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил ведения бизнеса, за неуплату налогов. На первую встречу прокуратура запросила у основных представников резидентов свободной экономической зоны Гомель-Ратон. У каждого свой бизнес и свои интересы на рынку, причем не только внутреннем, а тому либерализация законодавства для их житевая необходимость. У рейси без рызыки часом не обойтись, и не завсёды за ее повинна наступать криминальная отказность. Бизнесу необходимо доверять. Это огульная кропка гледжения. Уже назначение проверки – это, скажем так, вопрос, который находится в компетенции. Если есть все-таки сомнения, то все и налоговые органы, и комитет госконтроля может назначить проверку. Но в первую очередь основывается, что вы несете ответственность, вы поступили добросовестно. Либерализацию у прокуратуры воспринимают становчих, хоть и подкресливать, с недобросумленными предпринимательниками борьба будет бескомпромиссной. У якости прикладу порушение антикоррупционного законодавства. У Гомельской области документально доказано несколько выпусков так званых откатов за набытие продукции конкретных фирм. Подчас встречи с предпринимательниками размова об реальной ситуации, иснующих проблемах и принимаемых мерах. Встречи подобного рода у нас будут проводиться систематически, дабы дать возможность высказаться и предпринимательской сфере, какие сегодня у них есть претензии, какие пожелания к работе государственных, контролирующих, надзорных органов. Мы хотим услышать друг друга. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».